Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии местами небольшой снег, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 13-18 ниже нуля, днем 5 градусов мороза, в горах местами до минус 10 и на дорогах гололедица. В Черкесске сегодня без существенных осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 13-15 градусов мороза, днем минус 2, минус 4 и на дорогах гололедица. Совсем скоро в Карачаево-Черкесию с гастрольным туром приедет известный коллектив из Осетии, лауреат республиканских, региональных, всероссийских и международных конкурсов, театр фольклорного танца «Артхурон» Северо-Осетинского государственного педагогического института. Какую программу они представят в нашей республике, какие танцы появились в репертуаре коллектива и какие у них творческие замыслы на ближайшее время? Об этом в эти минуты в нашей студии моей соведущей Бели Джазаевой расскажет основатель и художественный руководитель «Артхурона» Георгий Бестаев. Доброе утро всем. Доброе утро, Георгий. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и по такой погоде добрались к нам в Карачаево-Черкесию. И рада приветствовать вас на земле Карачаево-Черкесии. Ну, я знаю, что вы не первый раз у нас в республике, но тем не менее, в этот раз вы планируете гастрольный тур. Не в эти дни, чуть позже. Хотите приехать на День Святого Георгия. Mm-hmm. Мне бы хотелось узнать о ваших планах, о ваших впечатлениях. С какими новостями вы к нам приехали из Осетии, из Владикавказа? Во-первых, хотелось бы приветствовать вас всех, весь Карачаев, всю Карачаево-Черкесию. Сказать вам огромное спасибо за то, что вы пригласили нас. И хотелось бы еще сказать, что от нашей солнечной республики, вашу солнечную республику, ну, слава богу, в этом году к нам зима пришла на радость детям. Поэтому дорога – это все не важно, главное, чтобы люди радовались. А то, что мы хотим гастролировать по Карачаево-Черкесии, это обязательно, дай бог, чтобы эта пандемия прошла, и мы с удовольствием приедем, по всем районам проедемся, и в том числе выступим на День Святого Георгия. Я знаю, что вы в репертуар будете включать и планируете включать карачаево-балкарский танец. Это так? Ну, конечно, как лучше общаться и как лучше понять культуру друг друга, если не танцевать друг друга танцы, не петь друг друга песни. Ну и, естественно, очень много друзей у меня с Карачаево-Черкесии. Помимо этого, самый большой мой друг – это Ислам Салпагаров, который, я не знаю, с небес на нас упал и работает с нами. Это вообще достижение. Прекрасный гармонист, да. Даже нельзя говорить «прекрасный», просто, ну, даже, я не знаю, подобрать слово надо какое-то. Виртуозный. Георгий, я знаю, что ваш театр танца, он базируется в институте. Вот тоже интересный парадокс. Как так получилось, что вы при институте работаете? То есть и учащиеся, и студенты, и преподаватели принимают участие? Да, конечно. У нас ансамбль Северо-Осетинский государственный педагогический институт. Мы их коллектив. У нас танцуют педагоги, студенты, школьники, все, кто хотят. И поддержка от института очень хорошая и очень... очень-очень, как сказать, ощутимое всегда. К сожалению, вот время нашей программы ограничено. Я надеюсь, что вы еще раз к нам приедете, еще не раз к нам приедете. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Творческих успехов вам. Спасибо вам взаимно. Спасибо. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Русская редакция», в 14:30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачной вам пятницы, приятных праздничных выходных и до встречи в эфире.
Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Дарите эмоции. 585 «Золотой».